Друзья, послушайте новую музыкальную композицию на стихи замечательной поэтессы Полины Аверко «Бережок». Композиция называется «Летят последние стихи». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Летят последние стихи, как листья в день осенний. Они чудесны, легки, и жду прикосновения. Летят последние, как листья в день осенний, они чудесны и легки, и жду прикосновения души, озябшей на ветру невзгод и потрясений. Подхватят поутру твой добрый, яркий гений, души зябшей на ветру невзгод и потрясений. И подхватят поутру твой добрый, яркий гений. Летят последние стихи, как листья в день осенний, они чудесны, легки, и ждут прикосновения души, взявши на ветру невзгод и потрясений, и их подхватят поутру твой добрый, яркий гений, души, взявши на ветру невзгод и потрясений. Поутру твой добрый, яркий гений. Спасибо за внимание. Вы слушали композицию «Экспромт» на стихи Полины Аверко «Бережок». Летят последние стихи в исполнении Самуила Фрумовича.